спас от голодной гибели Советский Союз. Китайцы, помните, тушенка? Качественная свиная тушенка, а не та соя, которая сейчас к нам поставляется. Кто сейчас спасет от автомобильной гибели большинство российского населения, которое зачем-то задавлено растаможкой и всеми остальными прелестями, коих АвтоВАЗ напихал? Тоже китайцы. И подразделение китайского автопрома под названием «Великая стена», которая предлагает вам в городе Магнитогорске приспособленные исключительно для российских условий, потому что рамные автомобили ценовой категории, новые, от 11 до 22 тысяч долларов. Причем 22 тысячи долларов это будет самый фаршированный джип. Если вы еще не уловили, это не только джип, это еще и пикап. Что по-английски значит «захватить», в смысле поднять и увезти. 6 болтов откручиваете и получаете открытую платформу неплохих размеров. Едете на отдых, пластиковый верх на место, соответственно, те же 6 болтов в обратном порядке, на пол надувной матрас, на потолок жидкий исторический телевизор, подружку под левый или под правый бок, кто как привык. Кстати, окошки здесь сдвижные, вентиляция обеспечена. И на волю в Пампасы или на море в Гагры. И деньги на гостиницу не брать. Помните, мы вам обещали, что Китай придет? Вот он и пришел. Даже быстрее, чем мы того ожидали. И пришел он совершенно понятным всем россиянам автомобилем. С джипом, а вернее даже с пикапом. В 3 уровня отделки интерьера китайцы умудрились вместить все разнообразие вкусов потребителей. Любите монументальность и шик? Пожалуйте в мир светлых ковров и кожи с некоторыми ретро-мотивами в виде белых циферблатов. Непрактично? А вот и нет. Все легко моется и чистится. Любите техно и спортивность? Welcome! Электронный переключатель режимов раздатки, спидометр и тахометр с металлическими ободками и очень цепкий материал на сиденьях. Есть вариант и для тех, кто верен выражению «на всякого мудреца довольно простоты». Кстати, багажник, вернее кузов, тоже варьируется от чисто оккупантского до просто большого. Тут не будет подушек безопасности, но опять же, из собственного опыта. Я не очень часто видел завернутые бананом крузаки. Как правило, они ездят и являются самыми надежными автомобилями в мире. Ну и маленький рассказ уже от Урал-Авто, что расположено на Советской 32/1. Впечатление нефтяников, которые решили попробовать своим ходом доехать из салона до Уренгоя. И через 3 дня они были уже обратно в салоне, для того, чтобы купить еще 10 таких автомобилей. И еще 2 вещи, которые лично меня превращают в ребенка, увидевшего новую игрушку. Это 2 независимые друг от друга половинки крышки багажника и очень мягко и четко включающиеся блокировки дифференциала переднего моста. Баловался бы до бесконечности. В общем, машина приятная во всех отношениях. Ну а для охоты, для рыбалки, просто для активного отдыха Great Wall просто незаменим. Вам не надо задумываться, что машина может сломаться, тем более, когда у нее есть гарантия 2 года или 60 тысяч километров пробега. Очень добротно сделанный, скроенный кузов. Причем комплектации различные, от G3 пикапчика до G5, вот на чем мы сейчас едем, который может, кроме вас, вести еще 850 килограмм груза. Ну и, разумеется, люксовые комплектации. И кто привозит эти автомобили? Фирма «Уралавто». Адрес – это улица Советская, 32/1. Это единственный в городе официальный дилер компании Great Wall. Как она? Ксинкай. Кстати, Ксинкай, который уже наделал шума в Северной Европе, похоже, перевернет рынок и в Магнитогорске. Фирма «Уралавто» занялась и этим направлением. А значит, без сомнения, машин будет достаточно и на выгодных условиях. Оценить можно уже сейчас и, как говорится, вживую.